Это Кирилл Капустин. Я принимаю участие в проекте «Мечте навстречу» и приглашаю всех 1 июня в Международный день детей в Киевский дворец детей и юношества на 9-й международный фестиваль детского творчества «Мечте навстречу». В рамках этого проекта я предлагаю свой лот. Это совместная велосипедная прогулка в одной из зеленых зон Киева. Ну и приобретая вот этот вот лот за символическую цену в 100 гривен, вы получаете пригласительный на 9-й международный фестиваль детского творчества, который будет называться «Мечте навстречу». Участвуя в этом большом и грандиозном проекте, вы оказываете поддержку детям-переселенцам с Крыма и с востока Украины.